шизик. Только бустер. Никого не сбиваю. О, Рагнатур сейчас точно так же встал, я буду дохилить. Батя вышел. Наглый, наглый. Что у тебя реакция, Никита? Да ничего. Еще бы завтра сказал. Качуем. Перестей вышел. Надо выйти и там стоять снаружи. Персей, выйди и стой. Вот, почему? По меткам побежали. Попробуй шизик. Не, нет. Ну. Он в школу вообще. Поздравляю еще. Где еще два? Зеленый крест. Вспоминаю, не жалеем бурстона зеленого. И нот у тебя перекидываем. У нас так. Подойдите к тому, да? Кощун. Там РДД, когда освобождаетесь, крест, помогли это, помогайте тоже играть. Поэтому по-большому, неважно кто, просто помогайте подбивать их. Гвардов, кого нет, например, синик не ползут, подошли, там гвардейцев подбили. Кому ты дал? Кверху кинь кому-нибудь. Да вот, наверх коту кинь. Кого? Ганок, луны. Не стесняйся помогать всем. Далеко-то не бросайте свои метки там. Квадрат. Квадрат помогли. Все, теперь типа можно пренебречь. Я возле генератора. Кстати, да. Че, перекидываете мне? Да, уже полетело. Батя. Батя, давай, шизик. Почему назад-то? Говорил же нахуй, не кидайте по новичкам, ну сколько повторять вам?
Да он единственный близко был. Блять. На. Квадрат. Квадрат помогли. Квадрат помогли быстро. Кощуну кинь вон я прыгу вверху. Закрывается, нет? Кощун, лови, тебе кину. Нет у меня. Да вроде только что в тебя прилетело. А, вот. Подведите. Да. Подведите к генератору, кто один свободный. Бегу, бегу. Безумие кинул. Блять, меня кошлает. Нихуя не ту цель ты выбираешь кидать. Ну быстрее, там... ну киньте ебаный в рот уже. Генератор, один. Персей, нажми кнопку, у тебя враг. Алло, блядь, Персей! Проснись, блядь! Лоджек. Лоджек, давай, не тупи хотя бы ты! Веселее, кидайте, еб... Блядь, у вас сейчас снова весь рейд нахуй сдохнет! Идиоты тупорылые, блядь, перекиньте ебаное ядро! Хуесосы ебаные, алло! Все, тихо, закрыли. Геру! Больших. Трэш сыграли! Придурки, нет. Блядь, у вас уже пол рейда просто лежит! Вы как конченые сыграли сейчас! Одно ядро не можете полгода перекинуть! Дегенераты тупые, блядь! Снова вайп? Или что, блядь, дебилы? Вы можете объяснить, что вы творили сейчас? У кого есть БР еще? Вот, есть? Да. Он... Есть, хорошо, я... подними шизика. Этот, Рагнадру, подними жадницу. Наглой нету иннер, блядь, бэра этого. Сейчас, ты где там сдохла? Стою. Тебе нахуй не надо ты нам. Сначала гварда добейте. Кто там, блядь, РДД свободный? Веруня, Кощун, помогли с поры эти, блядь, скатов поиграть пока что. Фулбаф подняли. Неймар вышел. Все, играйте те остальные по боссу, мы жадницы на скат. Шизик вышел. Ретрик вышел с рейда. Как дебаф пропадает, можешь возвращаться. Жадница на тебя. И на тинер Рагнадру, да? Джек, глыба нажми. Джек на себе.
А то вышел. Шизик на тебе. Где он? Видом, дайте ему. Зеро рисы. Уже выходи, задницу. Миличники, блядь. Фридомы там раздавайте, паладины. Кто там? Веруня, давай помогай по скатам. Да хуя уже. Шизик вышел. Гимноману есть сейвот, если есть, давай. Блин, я не знаю, помоги с двумя скатами, у меня патроны закончились. Кощун, помогай нам. Шизик на тебе. Давайте, играйте по боссу, только по боссу. Слушай, главное, выходите, постоянно катите босса, старайтесь. Сейчас немножко она будет похилить. Скилл на тебе. Привет, что идете после ЗСК куда-нибудь? Офигеть, а чего? Нахуй, если только. Че, настолько все плохо, что ли? Угу. Да, мы один раз даже погибли. Закончили. Гима даже проснулся. У меня боеприпас закончился в конце. Что-то там трение падало с этого, со слепого? Да. Угу, да. А, с волонступа падало. Со всех падало. Серьезно. Со слепого не падал. Хм. А внутри не захотели, да? Кому это говно ты не нужно? Тензера, один ДК тебе же нужна это. Токи надо дать. Не, ну погнали за ломанчик. Хуянчик, блять. На руку, кстати, голова выпала. Там, да, ничего нужно. Здорово, все. Здорово. Куда поехали? Никита, куда пошли? ЗС. А, понятненько. Давайте ноги. Сначала токен разрулим. Вы все? Угу. Блять, коин такой охуенный. Это просто... Я говорил, Никита, это имба.
Просто слов нету. Корень? А, ну я же говорил тебе, тебе не нужна травма будет. Ты просто корень себе вырвешь, и нахрененно тебе зайдет. Так у него же есть. Молодец, вот. Шизик, с третьего раза. Я и говорю. Вместе это же вообще... Есть инфа, а корень теперь тебе дает за хил или так до сих пор врагу, ну, союзнику? Нет. В смысле? Ну, раньше было, что он когда прокал, он хп сдавал тому, на кого он прокнул, а не тебе носить. Нет, все еще эта хрень не работает. Нет, вот не-не, они исправили вроде, исправили, потому что недавно смотрел, у меня показал все-таки, что я захилил. Шизик, что ты рулишь, блин? Все там это наладилось. Раньше он вообще не показывал, там где-то в жопе был. Что-то там 3000 он нагилил, что-то такого. Указывал тому, на кого прокнул. То есть он прокнул твоего союзника, какого-нибудь дикея, и будет дикея хилить, как будто бы. У меня в скаде он вообще раньше не отображался. Знаю, в рекаунте он был. Ну, не, он типа отображался, но говорит, что такой маленький-маленький цифркой. Смешной. Корень. Корень. Галегас 2000, мен. Не забывайте ставить минус, ебаный в рот. Что, должен искать вас? Просто он нахилил столько же, сколько омоложения. Даже больше. Главное не забывать, что нужно на разные таргеты кидать. Ну я и кидал. Ну да, сейчас бы омоложение на один таргет кидать. Нет, ну типа это-то понятно. Мне-то пофигу, куда кидать там, типа, как его? Быстрина и ауешка, быстрина и ауешка. Не суть важна. Нет, надо опять походу из ГБ что-то выкидывать. Давай, Ксюша. Кидай, кидай. Кидай что-нибудь из ГБ. Ой. Никит, моя почта всегда открыта для тебя. Не из ГБ, а из банка своего. Да не суть важно. Я могу даже возле банка стоять, чтобы тебе удобнее было скидывать. Я могу даже бота поставить, чтобы принимать обмены. Специально для тебя. Only for you, man. Малин, создаешь бота с ником помойка, стоишь и это, впитываешься. Я для этого танка и создавал, да? Минимум будет. А у меня нет, он... нет 6450. В банк пошел. Ну, возьмем за 6. Во время рейда... А, нет, рейд закончился, так что, в принципе, он может закинуть что-нибудь в ГБ. Да, в банк работает. 6500 ставка. У меня 6450. Я говорю, 6500 ставка, шизик минус. Вот, бойст обмен. Поздравляю. Что забрал? Перчатки. Пятый. ГЦ. Второй кусок. ГЦ. Еще два, давай, давай. У тебя же Мишка? Мишка, да. Второй спик. Первый сова. Ой, ты мой сладенький. Нет, ты только Мишка. Забудь про твою сову, ты теперь только Мишка. У него на советку одна, ты пятая. Теперь Ксюша, покажется с этим, подожди. Теперь будет две. Мишки-то у него уже 4 вроде. Так, ладно. Вы там закончите, я буду проводить аукцион невиданной щели. Не, чё Багдот такой? А он его просто раздавает. Багдот обмен. Багдот, не. Нет, прищи. Буду опять банк выкидывать. Никита, я уже иду? Четко все разрулит. Дима. Воронка есть? Ну как бы есть, но она мне еще нужна. Давай. Может, я у тебя их куплю? 4-5. Ну. У меня воронки есть по 7.50. 8к штука, и я. Какие 8? Быть кончены? У меня по 7.50. Я на аукционе дешевле куплю. Ну иди на аукцион. Так, мне даже интересно стало. Ты что, товарищи поддержать не хочешь?
Я готов купить их за Галега с обмен. Батя, блядь, ты что рулишь нахуй? Свою мать, топовый сопрот секрет. Ой, блин, я косяк и забыл сопрот закинуть. Сейчас зайду, закину. Дмитрий, вам в ГБ или прям... Енот обмен. Куда хочешь. Окей. Подожди. Куда хочешь, ЕП, я уже списал. Вроде бы сумки. Стив, можешь ты чай потратить? Меня завтра не будет. Ну, ты думаешь, кто-то хочет? Не, давайте разойдемся. Я согласен, Джекинс. Ну нахер этого лича. Аня. Что? Это нечестно. Это можешь к Долорану, это к банку подойти, ордынскому? А это сапрот прикину. Ага. Только не к ГБ. Ну, я знаю, я уж поэтому о ней хочу кинуться. В ГБ опасно. Аня такая, а спирит ничего не давал? Блин, мне бы эту всю пустоту да на X3. А еще он попал на свой пояс, наконец-то, да? Что за пояс? С меткостью. Поясок. Ничего, только поясок. Ай-яй. Серьезно, жезл за 200? Блин, на прошлой неделе, по-моему, за... Black Dot за 3к брал его. Никита, за 2. А, нет, я знаю, что это. Я знаю, где ты мой мальчик. Что все на меткость. Потому что я не такой. Своим вот обмен. Чтобы меткие все были. Я не понимаю, почему Дима такой грустный? Вы что, его взъебали? Ты пришел. Ты его просто не слышал. На меня Дима более спокойно реагирует. На одном и том же месте чуть два раза не вайпнут. Чуть два раза не вайпнули, понимаешь? Один раз вайпнулись. Я не сомневаюсь.